Свидетельство стипендиатов вручается Абраму и Арине, учащейся детской музыкальной школы номер 3, город Саратов. На сцене 25 одаренных детей. Все они лауреаты 4-го межрегионального фестиваля «Молодые таланты России». Это не просто конкурс. Здесь для многих открываются хорошие перспективы попасть в творческую школу, где о секретах мастерства рассказывают мэтры. У нас уже есть немало примеров, когда вот так же принимали участие в других регионах, где у нас наш фестиваль проходит уже не один год. Ребята попадают также вот в нашу орбиту, и они также вместе с ними разъезжают по различным городам и выступают. В Саратове этот фестиваль проводят впервые. В зале консерватории яблоку негде упасть. Среди зрителей и сами лауреаты, и их родители, учителя и друзья. По словам организаторов, это необычный конкурс. Впервые на одной сцене столько талантов. Для Саратовской области очень важно участие в межрегиональном фестивале «Молодые таланты России». Ведь это возможность пообщаться нашим юным музыкантам, художникам с такими же ребятами, которые учатся в Москве и в других городах России. В программе фестиваля творческие встречи с участием победителей общероссийских и мировых конкурсов, мастер-классы от мэтров Московской консерватории и других деятелей культуры и искусства. Ксения Зубина, Антон Романов, ТВ-центр «Саратов».